Мясник, распоряжающийся замковой кухней, скармливал трупы гулям. Эффективность королевской прислуги заслуживает похвалы. Вампиры высасывают всю кровь, а гули доедают останки, ничего не оставляя. Используя свои силы, Габриэль становится намного сильнее, чем я ожидал. Но ему понадобится больше, чем физическая сила, когда он встретится с ней. Она может его так очаровать, что он может забыть обо всем, даже о своей возлюбленной. У нее в руках следующая часть маски, и я боюсь, он предпочтет последнее. Yeah!
Ha ha ha!